Девчонки, всем привет! Меня зовут Инна, и сегодня я хочу поделиться с вами своими небольшими покупочками. Давайте начнем. Первое, наверное, вот с таких двух аптечных кремов для лица. Мне, значит, надо было что-то на ночь, такое хорошее увлажняющее. И я приобрела вот такой вот от Bioderma Sebum Hydra увлажняющий для жирной кожи. Он идет именно как для хрупкой такой, чтобы вот ее защищать, потому что даже жирная кожа, как вы знаете, у нас подвержена каким-то агрессивным тоже воздействиям, и она также довольно у нас реагирует очень остро, да, на какие-то вот эти скрабы, пилинги, и вот именно, чтобы ее так успокоить. На утро, девчонки, кожа после этого крема просто замечательная. Она, знаете, вот эти все высыпания, которые красные прыщички, либо какие-то пятнышки, как будто бы ушли, то есть кожа равномерного такого однородного цвета, и плюс к тому же она очень хорошо так напитана, и знаете, такая упругая. Следующий крем тоже из аптечной марки, это Avène Hydran Optimal Leisure с SPF 20. Кто смотрит мой канал, знает, что я его просто обожаю, он классный, классный. Он идет для нормальной комбинированной девчонки, но мне кажется, для жирной тоже будет в принципе неплохо. Конечно же, он не будет супер матировать, как здесь заявлено. Он неплохо приглушает вот эту сальные железы, регулирует, то есть они не так сильно выделяются. При этом классно использовать под макияж, в то же время отлично ее успокаивает, лечит какие-то воспаления. Я очень рада, что хотя бы этот крем еще более-менее остается после всего подорожания в своей ценовой категории плюс-минус туда-сюда, он как бы стоит в пределах разумного, здесь 40 мл, девчонки, при ежедневном использовании только на день, мне его хватает, ну, где-то на почти 3 месяца, на 2,5. Гель для душа, гель Geo Wortel Spa, это с ванилью, кокосом и орхидеей, брала его в сети магазинов Spar, не знаю, где он еще продается. Он стоит довольно бюджетно, девчонки, где-то 86 рублей. И ужасный, конечно, состав, поэтому я буду им промывать трубы. Я иногда так делаю. Дальше вот такой вот крем для душа обновляющий. Тоже туда же у меня полетел. Как видите, я им и кисточки было мою, и вот такие вот какие-то разные функции им выполняю, чтобы не выкидывать. Энергия масла какао, экстракт кофе оказывают тонизирующее действие, питают, увлажняют, как здесь написано. Это эксклюзив косметик от белорусской косметики. Девчонки, первое средство, наверное, у белорусов, которое мне просто отвратительно не понравилось. Это что-то ужасное. Вообще не советую его приобретать. Тоже он там довольно недорогой. Высушил кожу. Плохо пенится. Неприятно пахнет. Фу-фу-фу. Из этой серии такой крем-скраб. Тоже белорусский эксклюзив косметик. Обновляющий. Он приятно пахнет. Он хорошо очищает кожу. И в то же время он не пересушивает. Вот такой средний эффект неплохой. Здесь довольно приличный объем, и давно им уже пользуюсь, и, как видите, экономично. Также, девчонки, взяла скраб для тела, мой давний фаворит, когда не знаешь, что купить, и тебе нравится он, как за свою цену работает, вообще просто он фаворит, наверное, многие девчонок я знаю. Аромат, то, как он приятно, хорошо очищает кожу, и в то же время ее не пересушивает. В общем, супер, если вы до сих пор не пробовали, обязательно советую присмотреть. Валака я приобрела, первую я искала вот определенный оттенок и взяла вот такой вот колорист, но немножко прогадала, он более такой сиреневый на ногтях, это гелевый, вы его можете просто использовать без ламп, дома, в домашних условиях, эффект такой, ну да, как будто у вас гель сверху нанесен, но я могу сказать, что это не супер вообще вот это вот лаки, которые, за которыми бы стоило прям гоняться, и за эту цену можно купить что-то более лучше другое. И потом я искала тот оттенок, все же, который мне надо, такой серо-фиолетово-коричневый, и нашла вот такой вот именно в L'Oréal. Девчонки, 180 рублей лак стоит. Ну, какие они классные. Вот это вот мой первый лак от L'Oréal. И я со всеми согласна девчонками, кто их хвалил. Ну, классное качество. Как они классно наносят. Посмотрите, как они смотрятся на ногтях. Вообще отлично, просто супер. Я обязательно хочу еще другие оттенки попробовать. Два средства, которые вы уже видели, я выкладывала вам в Instagram фотку и кричала ура, 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 как я рада, что они у меня есть. Я заказала на сайте Magnifique Online, если я не ошибаюсь, правильно называю. Обязательно внизу оставлю также на этот сайт ссылку. И если вы будете там что-то покупать, то этот сайт предоставил для моих подписчиков 5% скидку, введите код INNATOPAL. Также, если, девчонки, вы будете заказывать на этом сайте, я могу сказать, что там, например, то есть не только для волос, там есть также и для тела, для ухода за лицом. Обязательно посмотрите, там есть очень много известных брендов. Все внизу указано, подробности, смотрите внимательно. Да, девчонки, это Орофлуида, что я вам говорила, что обязательно когда-то его приобрету в полной версии. Оно
вот на 100% опережает, просто на 200% Kerastase. И по цене оно, девчонки, даже получается, наверное, выгодней. Так, о масле, девчонки, я уже, наверное, много говорила. Кто смотрит ранее мои видео, для новых подписчиков повторюсь, что оно, конечно, во-первых, источает аромат просто шикарный. Он богатый, восточный, но он не тяжелый. Он такое что-то цветочное, очень приятное, просто такое бодрящее. Приятно в течение дня. Иногда такой аромат это источается от волос. Он не тошнотворный, нет-нет-нет, очень супер. Вот этой бутылочки, девчонки, 50 мл мне хватит, наверное, ну, не знаю, очень надолго, на года два, наверное, точно, потому что его надо совсем чуть-чуть, девчонки, оно не жирнит волосы. Если я Kerastase сделала там, допустим, много нажатий, то это буквально одной капли по всем волосам, ну, просто они какие-то божественные, шикарные. У меня все время такой ассоциации, когда вот я попадаю в какой-то Египет, что ли, я не знаю, или вот где эти пирамиды, где эти Клеопатры, у которых прямые, длинные, блестящие волосы. Маска, которую я также пробовала уже один раз, она отлично разносится по волосам, и я ее буду, наверное, беречь только на определенный случай, потому что, ну, что сказать, такой же прекрасный аромат восточный, и с волосами она делает просто самое замечательное. Они рассыпчатые, они какие-то шелковистые, не знаю, как после утюжка, что ли, прям богато так смотрятся, красивое оформление, замечательно все. Даже, девчонки, мне кажется, вот так в подарок такое подарить, ну, вообще, да, вот отлично, красивая упаковка. Было все прекрасно упаковано. Бывают разные, различные у меня были опыты. И поэтому было, что человек просто чувствуется, что кинул, запаковал и отправил. Тут же всякие различные брошюрки. Были также положены пробники, довольно такие немаленькие, которыми я до сих пор пользуюсь. О них я вам расскажу, наверное, в пустых баночках. И на этом, девчонки, пока все. Увидимся с вами в следующих видео. Спасибо огромное всем за просмотр и всем пока!